как устроил маг. Быстро. Сейчас время много осталось. Мой рейтинг поднялся. Хотя это он там ошибки произвел. Грубую ошибку сделал. Такую могу обыграть меня, возможно. Вот, сделаю анализ. У кого где преимущество было. Но в конце у меня преимущество. Все блюда компот пшеницы. О, лежачку можешь. О, классно млеко лежачку можешь есть. Кончай там, ну, того. Низко съесть бурачки, я умею. Тут было преимущество. Тут надо было бить, а я не бил. А тут преимущество, надо было тут идти. А я пошел, а я сбил. Но тут преимущество. Надо было с пешкой идти. Вот тут у меня были, тут у него было преимущество, не воспользовался. Но как видно, в целом у меня больше преимущества. Вот тут не воспользовался. Вот тут мог шаху строить. А дальше. У меня преимущество. Хоть у меня и рокировки нет. Не было. Так, вот тут. Я тут подошел. Он тут подошел. Я тут подошел. Ему нужно было, наверное, тут идти. Я бы тогда... Убежал бы, он бы сбил, и все, и бы уравновесилось все, но он как-то не догадался. Так, посмотрим, что компьютер посоветует. У меня тут. Так, он тут пошел. Ой, я тут пошел. Компьютер советует тут идти. Ну, он пошел тут, ладно. А он бы мог вот тут пойти. А я бы королеву сбил. Поэтому вообще-то он не мог тут пойти. Ему нужно было тут идти. Все равно у меня преимущество. Я тут иду. Он тут идет. Я тут. Я тут. Тут. Я тут. Тут. Я тут. Тут. Я тут. Тут. Я. Ну я до такого бы не догадался тут спешку бить, потому что тут он высадит мою спешку. Я бы не жертвовал так. Ай, вот, башню его бил.
в итоге в плюсе. Тут ему уже как бы конец, если у него фигур-то боль. Ну то есть у него слон и ладья. А у меня две ладьи. Теперь можно пешки гнать кверху. Когда эта линия занята, он уже ничего как бы сделать не может. Компьютер все передумывает глубже. Хотя вот я могу даже так сделать. Я бью, он бьет. Я бью. У меня в пешке преимущество. Но посмотрим, как компьютер советует. Он уже слона потерял, ему уже конец. Он уже вот и башню потерял. Ну ему уже теперь без шансов. Вот. Ну вернемся, как тут было. Так, он с королевой тут сбежал, ему нужно было тут бежать. Ну тут сложно догадаться, что надо тут, что тут спешка грозит. Вообще-то, я бы тоже, может быть, не догадался. Вот тут я пошел, ему надо было вот тут идти. Он тут не пошел. Он пошел тут, напал на спешку. Ну я тогда стал королевой, ему остается сбить ему мат. Но если бы он, как компьютер советует, вот тут бы пошел. Я тогда бью его слон. Он бьет мою королеву. Тогда еще какие-то шансы. Шансы у него есть, если бы я где-то ошибку допустил.
потом еще сделаю полный анализ, где мне нужно было идти, где я неправильно пошел. Вот он открывает своего короля и пешки раздробняет. Это мне в пользу. Компьютер все думает, как лучше бить-то там-то там. Кажется, ему это лучше. Тогда все больше анализирует. Вот тут. Преимущество появилось. Так, у меня слон и больше спешек еще. Спасибо.